Здоровята, это одна из самых больших интриг этих соревнований. Поэтому давайте посмотрим, кто же все же победит. Артур Макаров или Алан Залоев. Многие видели противостояние этих двух борцов. И сейчас на финале мы узнаем, кто же все же сильнее. Предварительно был их поединок, и победил Артур Макаров по фолам. Поэтому сейчас очень хочется, чтобы поединок состоялся без каких-то вот этих лишних фолов. И они действительно разобрались, кто из них сильнее. Артур Макаров уже давно в армрестлинге. Он несколько раз ломал, если не ошибаюсь, две руки. Но, как видим, его это не сломило. Он продолжает выступать и быть чемпионом. Но, возможно, сейчас Алан Залоев заберет это чемпионство. А может и нет. Сейчас посмотрим. Так, начинает проходить верхом. И как-то смотрим у Алана. Да, у него получилось. Как-то не особо и сложно, да? Так, хотя Артуру видно было сложно. Сейчас будет рематч. У каждого по одному фолу. И сейчас все решится. Так, разрыв захвата. Теперь мы видим их в связке. И будем смотреть, что же будет. Я так уже подозреваю, что Артур ничего не может сделать. И Алан Залоев уже без одной минуты чемпион. На канале был опрос, и многие голосовали за Алана. Поэтому все хотят, чтобы победил Алан. Все-таки это новая восходящая легенда, которая будет держать пьедестал 75 килограмм. Итак, атака Алана. Дожимает. Небольшое возвращение для новой атаки. И со второй атаки получилось. Алан Залоев, чемпион мира, забрал пьедестал себе. Кто голосовал, вы молодцы. Подписывайтесь, ставьте лайки. И еще очень много новых видео на канале.